Всем привет, я Владимир Галкин. Я Стас Бочаров. И сегодня мы сыграем в игру на одной волне. Я его просто видел. Что-то вроде пел. Ты, я не слышал никого. Не хотел бы, если честно. Просто он все время ходил, пел что-то. Именно только из игроков, да? Ну ладно. Ну и в Инстаграме, про ТикТок не знаю, в команде, что кто-то был. Просто рядом сидит, поэтому могу только про него сказать. Я только тут все время в телефоне. О, разошлось. А до этого кому-то сходилось. Кто у нас шутит? Я понял, кто у нас самый громкий такой. У тебя прямо, у него прямо. Да, это два разных человека. Он же. Да. Что? Не, ну это договорим. Уже смотри, уже не Трямыч, а Тряма уже вот. А я хотел Трямыч написать. Я сразу что-то подумал, что он у нас. Всегда у него. А давай не будем просто стирать его имя и все. Они, по-моему, местами поменяли. Было наоборот сначала. Не знаю, но Вася, он все время такой, типа, бесстрашный. Типа солдат, бесстрашный. Да, не будет еще. Просто так думаю. Просто надо было кого-то. Просто надо было кого-то написать. Вообще легко спорить. Ну, я не знаю, кто может поспорить. Ну, как бы я не... Ну ладно, сейчас увидим. Все? Если вам понравилось это видео, ставьте лайк или пишите комментарии. И подписывайтесь на YouTube-канал Автомобилистов.